Группа No Comment Band создана в 2009 году в Минске. Исполняют музыку в стиле Positive Funky Rock. В конце мая 2011 года представили первый видеоклип «I Wanna Be Madonna» и мини-альбом. После победы в белорусском и российском отборочных турах крупнейшего международного конкурса «Эмергенза» вошли в десятку лучших в финале, проходившем в Германии. Музыкант группы Олег Кононов был назван вторым среди бас-гитаристов конкурса. Встречайте, группа No Comment Band на звездном ринге! Seeing all my strings, she wore tight jeans and I remember this fact only because of her gorgeous ass. Yeah, I offered her a cocktail but she refused and asked me for a Tabasco gin. She took me by the hand, pushed me near my stool and gave me a sweetest kiss. Oh, what a kiss. Oh, why, she's a spooky lady. Just a girl that I know. Oh, she's a spooky lady. She must have been in the blow. I asked if she's willing to have really good time and wondered if she's coming with me. But before finishing, I was back to the room and sitting with her in taxi. We'll find her and see she was really close to me. Things began being really cool. But suddenly she screamed, "Don't drive her to stop," and slapped me on the face like a fool. No, no, no. Ooh, she's a spooky lady. She's just like no one I know. Oh, she's a spooky lady. She must have been in the blow. She pulled me out of the car, called me many bad names, made a movie karate swing. So I was lying on the ground thinking, who the hell is she? With a terrible pain in her thing. Ooh, she's a spooky lady. Must have been on the floor. She's a spooky lady. She must have been on the floor. Ребята, один из вас, вроде бы как Матвей, в одном из интервью обмолвился. Будьте реалистами, желайте большего. Достаточно спорный принцип, но что для вас, все-таки для всех, быть реалистами? Ну, по-моему, ответ заложен в самом вопросе. Для меня, я ставлю себе очень много целей и хочу их добиваться. А вы считаете это реально? Конечно. Если ничего не хотеть, то ничего никогда не будет получаться. Получает тот, кто работает. Хорошо, тогда какая самая высокая планка, которую вы хотите достигнуть? Ну, вообще, моя мечта, я не знаю, я к ней стремлюсь. Я бы хотел сделать когда-нибудь сольный концерт в О2-арене. Получится, нет, не знаю. Примерно. Спасибо. Ребята, привет. Привет. Мне очень нравится ваше творчество. Вы очень хорошо поете. В связи с этим вопрос. Вас уже зовут на корпоративы? Да, нас зовут на корпоративы, мы этого не стесняемся, мы достаточно плотно там выступаем. Ну, собственно, зарабатываем этим денежки себе на развитие и небольшой кусочек хлеба. Это хорошо. А вы сейчас на слуху, популярность так и прет. Скажите, а так было всегда или вообще с чего все началось? Так, конечно же, было не всегда. Для того, чтобы становиться, ну, чтобы тебя видели, слышали, для этого нужно что-то делать. Невозможно сидеть дома или там на диване и думать, вот завтра меня увидят. Для того, чтобы тебя увидели, надо себя показывать. Мы пытаемся это делать. Если у нас получается, это очень здорово. Yeah. Вуди Аллен говорит, что мозг – это мой второй любимый орган. Что вы можете сказать по этому поводу? Или какой ваш любимый орган? Второй? У меня все любимые органы. А также Вуди Аллен говорил, что он очень хорош в сексе, потому что часто практикуется на себе. Могу сказать, что это точно про нас. Мы много думаем, и без этого ничего не выходит. Вы, на самом деле, вы, может, даже не знаете, но для того, чтобы поднять руку, тоже нужно подумать. Группа вроде как бенда, да, должна быть сексуальной? Каждый человек по-своему сексуален.
Считаешь себя сексуальным? Я его считаю сексуальным. А он тебя? А ты своего коллегу считаешь сексуальным? Я считаю всех. Смотрите, как активизировались. Ребята, давайте я отвечу, можно? Я скажу вам так. Сексуальность, это, наверное, хорошо, она должна присутствовать, но в первую очередь, мне кажется, у группы со всех, вот, допустим, у нас 5 участников, должна присутствовать какая-то общая харизма. Хватит издеваться над нашим бэндом мужским. Дорогие друзья, раунд закончен.